Protože jak mu to dal na náš projekt Production na Angular Rodin. Ale to сейчас маленька agenda. Ще хочу тут порозказувати. Ну, перш ніж ми углубимося в дебрі Redux, трошки буде загальний вступ про state, щоб ми краще зрозуміли, для чого взагалі він нам потрібен. Що це таке взагалі state? Які є проблеми з state management в Angular першому, та й зрештою в другому. Також як нам Redux може допомогти це вирішити? І якісь best practices і та recommendation, які я нагуглив і ми у себе юзаємо. Окей. Так, що воно не клікається. Сорян. Пару слов про мене. Я такий собі задрот енгварівський, люблю цю штуку. Довелося працювати на 5 різних проєктах з майже всіма версіями Енгулара. Також працював з React Redux ще на одному проєкті. І зараз лідові тіму ми розробляємо з нуля аплікацію на Angular першому, TypeScript і Redux. Ну, ми почали це робити ще всередині прошлого минулого року, тому такий стек виправний. І там були побажання від клієнтів і взагалі. Та? Тому Angular один, але з TypeScript він досить гарно виглядає. Він буде розказувати, власне, як ми це зліпили, додали Redux. І сподобалось нам ще ні, щоб побачити. Так, рухаємося далі. Не знаю, що вона так довго переключає ці штуки. Секундочку. Треба так почекати, чомусь не знаю, чому зараз. Народ, у вас взагалі картинка є? Картинки поки нет. Отлично. А що ми дивимося тоді? А нема я не знаю. Окей, то що ви скажіть, я вроді зашарив скрін, давайте ще раз. Давайте ще раз пробуємо. О, появилось. Появилось, да? Хорошо. Окей, давайте ще раз. Стартанем. Пум-пум-пум-пум-пум. О, вроді переключається нормально. Окей, тобто я так пару слов про себе розповів, далі буде вже більше по темі. Взагалі, що таке state? Да? Тобто, собі багато гуглив про цю штуку, і мені сподобався приклад з кімнати, да, на якій пояснюється поняття state в плані якихось перепланувань вашій квартирі. Да? Тобто в нашому випадку state нашої кімнати особлює собі положення, ну, прямокутичок це є якийсь диванчик, і кружочок це є якийсь стіл. Та? Відповідно, якщо ви собі рішили зробити якусь перестановку, наняли двох грузчиків, які будуть вам допомагати робити певну перестановку. Тобто у нас був стейт в першому стані, і після того, як хлопці Валера та Семен зробили певні перестановочки, як ви бачите, спочатку посунули стіл, потім посунули диван, і потім стіл за диван засунули, так? О, тобто, після якихось дій, які вони, ці хлопці, застосували сурові до першого стейту, у нас стейт змінився, і нове значення стейту у нас є, власне, на останній картинці, так? Ну, відповідно, так, точнісінько така сама ситуація у нас з веб-аплікацією нашою. Єдине, що веб-аплікації у нас є набір якихось варіаблів, які у нас в меморі браузера створюються і відображають конкретний стейт наших UI-них елементів на PG. Відповідно, коли робимо якісь екшени, то цей стейт змінюється значення в варіаблах і змінюється відображення на в'юшці. Саме це, в принципі, є стейт нашої веб-аплікації. Тобто, як у нас, які дані у нас лежать в змінах, і як це впливає на відображення в нашому браузерному віконечку. От. Тепер давайте я розкажу деякі проблеми, які у нас були. Слушай, а можна вопрос сразу давай. По ходу? Ти говориш, що от є, ну, по суті, є много стейтів, правильно, получається, в аплікації? В аплікаціях, ну, смотря, що ми там юзаємо. Якщо ми говоримо о редакції, то стейт один буде. А в этот один стейт себе в виде пропертей содержит маленькие подстейты другие. Да? Ну, то есть это один большой объект, ага. В котором есть подстейты касательно какой-то определенной фичи. Ну, например, там подстейты будет там передвижение стола, там повесим лампу, там помоем раковину, не знаю, что да, это. Да. Но это все будет объединено в один стейт.
Вот, и там будут происходить изменения. Так вот, вопрос, собственно, как мы нейминг делаем вот этих вот подстейтов. Об этом расскажу позднее, есть конвершены по этим. Окей. Так, значит, двигаемся дальше. Про все будет. Ну, про нейминг будет про нейминг экшенов. В общем, расскажу все, что нарыл. Надеюсь, отвечу на эти вопросы. И, ну, и как мы это юзаем, собственно говоря. И какие-то проблемы, да? Ну, наш проект, сколько уже? Ну, полгода, да, мы его пилим. И наши клиенты индусы, поэтому они до сих пор не знают, что они хотят от приложения. И так получилось, что проект заканчивается, только сейчас они начинают, ну, финализировать, как они хотят делать обработку ошибок в бэкэнде. Вот. Ну, именно поэтому изначально в это время не убивалось, потому что, в принципе, желание индусов трудно было предсказать, чтобы не было реворков. Ну, в общем, мы пришли к тому, что у нас сейчас за девелопер большое количество скринов, и паттерн должен быть такой, что, в принципе, если есть пейджа, и она там не запрос на бэкэнд не прошел, то есть какой-то плохой статус вернулся, нужно показать ошибочку общую такую вверху. И она одинаковая для всех страничек. Или же, если это диалоговое окно, то есть у нас есть два представления. Или это просто страничка, или это на страничке выскакивает диалоговое окно, и тут надо в нем показывать такую красивую эру. Вот. И надо это было имплементировать для уже большой аппликации. Наклепали за полгода 100-500 тысяч всяких разных компонентов, пейджов и т.д. Вот. И поэтому, в принципе, как эту проблему можно решить по-стандартному? Да, можно просто ходить по всем скринам и там в том месте, где у нас была предусмотрена обработка ошибок изначально, да, там дописывать какой-то там error message и там показывать его или не показывать. Ну, это реальный overhead. И минус также этого подхода, что в дальнейшем, если девелопер будет завтыкивать, ну, там, дописывать этот эту логику, то error он не будет видеть. Да? Идея была такая, чтобы в любом случае, даже если developer забыл добавить тут логику, если у него есть какая-то компонента для error на странице, чтобы, ну, точнее, если у нас проект генерируется генератором, да, то есть когда мы генерируем новую компоненту, то там сразу генерируется также компоненточка для отображения ошибок, ну, в виде да. Вот. И в любом случае у нас была такая цель, как бы моя идея, чтобы в любом случае, если мы сделали компоненту, даже если забыли какую-то логику добавить, и на бэкэнде что-то случилось плохое, юзер по-любому должен это увидеть. Да? Ну, то есть один вариант это был добавлять такую фигню на все страницы, второй вариант было делать Angular Interceptor где-то в главном файлике аппликашки, где перехватывать все респонсы от бэкэнда, и потом делать бродкаст по дереву скопов до нужных элементов, чтобы типа, эй, чувак, это просто ошибку. Да? Но опять же, исходя из паттернов и best practice Angular 1, использование бродкаста и скоп бродкаста, скоп commit, это не по best practice, сам ведет к спагетти коду, тяжело отслеживать его и т.д. и т.п. Ну, в общем, какашный approach. И тут, в принципе, это один из примеров, где нам поможет Redux, я потом покажу как. И другая проблема по state management, есть форма, например, ну, для какого-то серча. Да? Но это простой вариант формы, там есть у нас формы, которые содержат в себе 42 всяких инпутов, чекбоксов и т.д. То есть тут вот совсем их мало, есть формы, на которых их намного больше. Но это не суть, в принципе. Я тут хочу рассказать про календарь, про data time widget. Да? То есть, казалось бы, ничего такого сложного тут нету, но если посмотреть на имплементацию, как сделать его, если мы делаем это все юзабельными компонентами, складываем их, используя композицию, то получается такая штука, что, в принципе, есть компонента календарик, которая делает, есть компонента, которая отвечает за time picker, есть, соответственно, компонента, которая собирает в блочок эти data time компонента, да, ну, видите, и ее, в принципе, тут их две штуки на приложении, и есть такие страницы, где нужна только та такая компонента, или где нужен только календарик, ну, в общем, из как из кирпичиков собирается в данном случае страничка, и тут есть некоторая проблема с менеджением стейта, поскольку у нас обработчик на search есть в page контейнере, так называемом, то для того, чтобы, в принципе, менеджить on change в этих всех компонентах, нужно пробрасывать по Angular One
бест-практисом, который там озвучивал Джон Папа и Тодд Мото, пробрасывать через баннинги и там потом делать ивенты on-change, да, и потом поднимать вверх это через функции. Вот пробрасывание этих функций на on-change довольно геморное дело и тоже влечет к unpredictable дефектам. Нам тоже, в принципе, было тяжело maintain state, пробрасывать эти штуки, особенно для ньюкамеров, которые там не особенно часто, ну, имели большой опыт с Angular, было тяжело. Вот. И, в принципе, для таких штук, которые, ну, вот особенно вот эта вот фигня, это реально шок для девелопера, тяжело, в принципе, прокидывать эти штуки. Вот, оно как бы реюзабельно, прикольно, нет код дубликейшн, но initially, чтобы прокидывать, например, в этом случае стейт наш, типа дата тайма нашего, да, этого скрина, довольно проблематично. И тут, в принципе, на помощь приходит Redux. Я его хотел давно прикрутить к проекту, но лот был большой, и все никак не хватало времени. Сначала TypeScript был прикрученный, а потом прикрутился и Redux. Вот. Хочу рассказать пару слов о Redux. Ну, наверное, у всех он на слуху, такая тулза на чистом JavaScript, как для менеджера стейта в аппликациях, и потом она не обязательно должна быть прикручена только к React или Angular, да, то есть там ее можно прикрутить, в принципе, к любому фреймворку и дать его для state management. То есть прикольно, что она, ну, мне нравится. Почему? Потому что чистый JavaScript, да, никаких проблем нет, прикрутил и юзаешь. Вот. Хочу рассказать такие, наверное, ключевые моменты Redux, чтобы мы понимали, для чего он нам нужен и как он работает. Да, то есть у нас есть Store. Store — это хранилище, где у нас хранятся подстейты, ну, большой объект, который хранятся в виде подстейтов, там стейты наших там всяких фич, с которыми мы работаем в application. Да, то есть в отличие от Flux, где их много, этих сторов, у нас он один. То есть, да, и все экшены, которые мы делаем с компонентом, ну, там, например, кликаем или еще что-то, мы диспатчим оттуда экшены, которые должны как-то воздействовать у нас на стор. Для того, чтобы, базируясь на этих экшенах, менять стор, есть редюсер. Да? То есть редюсер — это pure function, которые часто написаны в виде switch-кейса. Они в зависимости от того, какая через них проходит, какой через них проходит экшен, они нужным образом меняют стор. Да? То есть в чем плюс такого подхода, что он очень предсказуемый, да? То есть точно мы знаем, что у нас есть один объект, в котором у нас стоит их хранятся, и мы точно знаем, что вот мы кинем action, и он точно попадет в редюсер, и редюсер точно поменяет state. Ну и дебагать его, да, в принципе, легче. Вот. А можешь какой-то реальный пример здесь привести? Ну вот там пользователь кликает туда. Конечно. Там... Следующий слайд об этом. Окей, супер. Какой-нибудь реальный пример, который на всех туториалах есть, да, то есть есть две кнопки, decrease and increase, и есть какой-то state у них, да, то есть, ну, простой счетчик. И банально представьте, что на decrease and increase у нас навешаны onclicks, и в этих onclicks, в обработчиках onclicks, это может быть даже на jQuery проект, просто onclick, внутри этого onclicks мы должны инициировать store, да, и потом этот store, на него диспатчить action. То есть в данном случае тут может быть или increment, или decrement. Да? То есть вот user кликает на increase, срабатывает в onclicks, мы говорим store.dispatch.increment, да? И после этого уже Redux сам эту всю штуку менеджер, мы попадаем сразу, если поставить дебаггер, попадаем сразу в редюсер. Редюсер — это вот сверху функция counter, да? То есть она всегда очень простая, то есть это switcher, switch case конструкция, которая смотрит, какой именно action пришел, и базируясь на этом экшене, она, и, соответственно, как вы видите, или плюсует state, или минусует state. Это понятная штука. Если есть вопросы, спрашивайте. То есть, потому что это фундаментально. А вот это вот место, где стоит плюс один, я так понимаю, что это то место, где вызывается какая-то функция, ну, как хендлер, которая реагирует на, например, на инкремент, да? Да. То есть, если там какое-то сложное условие, то ты тут его описываешь.
Не-не, ну в данном случае условие может быть простое, что пришел как будто, ну как бы event, инкремент, и ты там хочешь что-то сделать. Ты здесь вызываешь. Окей. И потом мы возвращаем новый state. И Redux дальше это все обрабатывает. И в принципе в те компоненты, которые у нас подписаны на изменение state, то есть это реактивная система, мы в нужных компонентах, там где нужно отобразить изменения, то есть там где двоечка меняется, да, мы делаем store subscribe. И соответственно тут мы можем ловить state и менять в зависимости от того, ну, менять вот эту штуку, двоечку в данном случае, на троечку или наоборот, на единичку. Более-менее понятно с этим? Мы потом посмотрим, как ImmutableJS сюда заезжает, и как, например, как нейминг использовать для экшена. Ну, это все потом порассказываем. Сейчас нам главное понять, чтобы мы понимали четко, что для того, что у нас есть state, да, у нас есть экшены, которые... благодаря которым можно его менять, и есть редюсер, который эти экшены умеет обрабатывать и, соответственно, менять стейт. Более-менее понятно? Да. Окей. Дальше. Так, значит, у нас, в принципе, аппликация на Angular 1 и такая приблуда, довольно популярная на GitHub, которая написана для того, как, для того, чтобы хорошо заходил Redux в Angular, в виде, хорошо инжектался, да. То есть это такая штука ng-redux, ссылочки в описании, как говорится, все будут. И для Angular 2, там есть несколько, насколько я помню их, ну, одна из таких популярных ng2-redux. Вы все можете зайти покласть, в принципе, там довольно доступный туториал, оно все хорошо подключается и работает. Вот. Давайте посмотрим, как немножко кода, как эта штука нам помогает. Да? Ну, начнем, наверное, с error handling. Помните первые скрины, там, где я показывал, что нам нужно было handling во всей аппликации, соответственно, ошибки. Да? То есть, что мы сделали? Тут код еще не зачищенный. В данном случае сейчас он уже у нас эти все экшены забраны в action creator, то есть это функшены. Ну, тут просто для наглядности, чтобы понять, как оно работает. Да? То есть в app.js, в главном файлике вашей аппликации, там, где мы делаем config или run, да, мы с помощью конфига, инструкции config подключаем, соответственно, конфигуратор для Redux. Да? Соответственно, у нас вот этот ng-redux дает нам такой прекрасный провайдер, как ng-redux провайдер. Благодаря, используя его, мы можем создавать store приложения и тут подключать редюсер. Да? Можно подключать тут миллиард редюсеров, которые у нас будут по всей аппликации. Ну, соответственно, не по best practice, а по best practice это все собирать в один редюсер, используя комбайн, редаксовскую такую штуку, которая умеет объединять все функции в одну. Да? Ну, в данном случае я на следующих слайдах покажу, как это реализовано. В app.js просто подключается root редюсер. И также еще у нас здесь есть Redux DevTool, про нее чуть попозже расскажу. Это такая штука для того, чтобы подключить хромовский плагин и дебагать это все дело. Да? То есть мы там, ну, в общем, расскажу об этом потом. Мне нужна секция. О самом интерсепторе, да, то есть простой интерсептор, который там, ну, у нас мы сделали небольшой конфиг, в котором мы определяем, какие это будут ошибки. Это будут ошибки, относящиеся к модальному окну или к page окну, да, просто к PG или к модальному. И, соответственно, в зависимости от того, где эта ошибка случилась, да, мы делаем диспэч нужного экшена. То есть или это model error, или это page error будет. На следующем скрине конкретно как описан редюсер для этой штуки. Да, то есть у нас есть файл, который называется root reducer в аппликации, в данном случае реализованном на TypeScript. Вот. Что тут мы видим? Мы видим, в редакции есть такой метод combine reducers, который тут мы подключаем эти разные редюсеры, ну, просто функции, которые нам нужны. В данном случае тут для datatime и для error handling вот подключены функции вот таким вот образом. И ниже конкретный пример вот по пути services error handling, error handling reducer, как он выглядит, да? Просто обычная функция, обычный switcher, который смотрит, какой тип ошибок пришел. Page error или model error, и, соответственно, setet state в нужное состояние. Да? То есть, ну, state, с которым мы работаем, это error type state, и, соответственно, мы ему setаем или page error, или model error. И тогда в самой компоненте, где нам нужно... у нас есть компонента также notification, которая добавляется просто на все скрины. Сейчас, секундочку, отмотаю назад. Во.
вот эта вот красненькая окошечко, как вы видите, да, это просто обычные Angular компоненты, которые у нас вынесли в common папочку, и у нас, в принципе, 4 разных проекта, вот, которые реюзают один common npm-овский, и, в принципе, мы просто подключаем с помощью npm этот common и добавляем просто тагом эту компоненту на page, да, и там внутри этой компоненты уже есть этот subscriber, который слушает изменения в стейте. То есть нам больше никакой логики не нужно дописывать внутри самих компонентов, то есть внутри этих пейджей, где мы ее добавляем. То есть это просто subscriber в этой компоненте, которая в команду вынесла, и она смотрит на стейт. Если стейт соответствует нужному стейту, который там есть задефайнный, то, соответственно, она показывает ошибку, ну и там скрывает ее через какой-то интервал. Вот как эта приблуда работает в случае с error handling. То есть еще раз, мы подключаем на app.js ng redux provider create store, создаем store, да, где будет у нас state храниться, который, ну, в принципе, тут подключаются все редюсеры, которые могут на него влиять. В самом интерсепторе, который ловит все ответы от бэкэнда, мы кидаем action в зависимости от того, какая ошибка пришла. Если бэкэнд умирает, да, то есть мы определяем, где она умерла, и кидаем или это model error, или это page error, и все. То есть это делается в корне application, и мы таким образом хендлим все наши скрины. Единственное, что надо было добавить, это на все скрины мы подобавляли просто tag, который рисует вот эту компоненту, которая умеет слушать на изменения в story. Теперь, когда мы новую компоненту создаем, например, генератор нам генерирует сразу, ну, костяк HTML, и там сразу вставлен этот tag. Ну, то есть, таким образом мы как бы, ну, девелопер никак не забудет обработать такие ошибки. Да, в любом случае, даже если он не укажет, какая это ошибка, model или page, она в любом случае, если бэкэнд убьет, юзер будет уведомлен про это. Есть вопросы по этой секции? Коллеги? Ну, смотри, а если вот на high level сравнить это просто с таким себе event bus, глобальным объектом, который, ну, глобальным обсервером, который, да, может... Да, да. Который вот может... сравнивается, да. Да, да. Вот какие, собственно, различия? Ну, представим, что у нас есть глобальный объект где-то действительно в аппликации, который мы можем просто инжектать в любую компоненту, которая нам надо, и мы можем там слушать те ивенты, которые нам нужно, и можем там фаерить. Вот чем будет отличаться в данном случае? Нам нужно этот объект самим сделать, правильно? То есть нам нужно... Ну, да, боже, ну, какую логику? Подписывание if для фаера ивентов? Ну, есть, наверное, какая-то логика. Нет, ну, нет. Понятно, что можно сделать, не очень сложно. Нет, обсервер это стандартная штука, ее как бы не надо выдумывать. Имеется в виду, что там ты сам выдумаешь, единственное, что конвеншены этих ивентов, ты там выдумываешь, чтобы они не пересекались, например, и так далее. А чем будет отличаться, вот, например, такой подход с Redux и то, что я предлагаю? Ну, я не думаю, что он будет полностью чем-то отличаться. Если честно, я сам source code не дебагал, как он внутри работает. Ну, мне кажется, с точки зрения оно сделано минимум оптимально, чтобы быстро пробегаться по всем. Нет, я концептуально спрашиваю. Концептуально там, думаю, что ничем, ну, с моей точки зрения. Вот. Ну, то же самое, единственное, что оно как бы описано, документировано, и для ньюкамеров будет проще подключить, ну, разобраться с редаксом, посмотреть пару туториалов и понять, как оно работает, чем разбираться с кастомным обсервером, да, то есть как бы для чуваков уровня там senior plus это легко, как ты говоришь, а если приходит тройняшка или junior, то у него просто мозг взорвется. Да, так он зашел на, ну, с этой точки зрения, зашел на Redux сайт, там куча видяшек, где все на пальцах, на примере всяких там цветочков растений расписано, и ему все классно. Вот. Ну и плюс есть паттерны сразу, да, которые предусматривают, как это все описывать и как это все вязать. Ну, меньше головняка для тех людей. Концептуально, ну, я не вижу каких-то отличий. Но чувак просто взял, сделал себе, чтобы ему было проще, Дэна Браун, такую штуку. Окей, ты говорил, что там еще нейминг, ну, вот эти стейты, что у них конвеншены есть. Ну, мы юзаем конвеншены не для стейта, мы юзаем конвеншены для экшенов. Чуть-чуть попозже, еще мы до этого дойдем, тут у нас будет такая секция best practice, которую я там для себя нашел, я там порассказываю. Давайте еще чуть-чуть посмотрим другие экзамплы. Окей? Окей. Хорошо. Все, значит, двигаемся дальше.
в стейт-менеджменте этих же самых виджетов, в принципе, такая же самая логика, только в данном случае мы тут подключаем еще редюсер для дата-тайма, в котором мы, в принципе, обрабатываем изменения времени. Да? То есть нам не надо уже прокидывать через дерево компонентов, через binary функцию для onChange. Мы просто кидаем action, и, соответственно, нужный компонент, контейнер, в котором лежат этот дата-тайм, будет подписываться на изменения и реагировать, да, то есть пересетывать будет тайм аппликации. Куча кода не нужно выбрасывается, и становится намного проще менеджить и разрабатывать такие компонентики. Вот. Ну, в принципе, логика такая же самая. То есть data time change, это мы там юзаем конкретно для календарика по реквестам. Это материал календарик и time picker от Angular UI Bootstrap, да. То есть обе эти штуки имеют onChange, который творится, когда у них там что-то внутри меняется. И мы в этом onChange просто кидаем action, change time. И, соответственно, контейнер компоненты, в которой лежат эти календарики и data time picker, data picker, да, она реагирует и пересетывает state временной для аппликации. Кстати, понятно более-менее, как работает? И никто не признается, что непонятно, так что давай дальше. Ну, хотелось бы, чтобы было понятно. Вот. Ну, окей. Если что, в принципе, есть мои контакты, можете меня потом покопать, я чем смогу поделюсь. Но опять же, мы эту штуку юзаем 2 месяца, и, наверное, я еще не есть суперэксперт в редакции. Сам, в принципе, ходил к Володе Павлюку за консультацией, как это сделать лучше. Сейчас просто стараюсь делиться какими-то своими наработками, которые мы уже используем. Вот. Redux best practice. Наконец-то мы дошли до этой секции, которая Диме очень интересна. Ну, я думаю, всем тоже. Да, то есть, как эту штуку правильно юзать. Ну, в первую очередь, как это юзать, чтобы эта вся штука скалилась хорошо, да, то есть проблема с многих туториалов, как и Angular, так и React Redux, что там, в принципе, показано, что есть одна папка, в которой лежат все компоненты, и рядом есть папка, в которой лежат все редюсеры, а рядом есть папка, в которой лежат все экшены. Но это bullshit полный. Если у вас большой проект, то в каждой из этих папок будет лежать до 500 файлов, да, и поддерживать это будет просто адом. Поэтому scalable архитектура в данном случае, если есть компонент, то в данном случае уместнее сказать модуль, да, календарик, в этом модуле должен лежать для него редюсер, action для него, соответственно, сам компонент, который логику имплементирует, сервисы, в которые вынесена какая-то сложная логика, не относящаяся к смене там с хайдания, от хайдания каких-то UI-ных компонентов, стили тут же лежат, и тут же лежат HTML. Только тут я натупил и чего-то template TS написал. Ну, template HTML должен быть. Ну, то есть, если будете делать, в принципе, аппликашку, или кто-то уже работает над Angular приложением, и у вас еще не такая структура, то к ним лучше перейти. Да. Мы когда-то делали изначально, давно, в 13 году еще приложение на Angular, и все тулили в один файлик. Когда проект разросся, это просто стало полным ужасом для нас. Мы потом это все разносили. Но это больше эффорта, чем просто сразу это все клепать такими образами. Плюс у такого подхода, что это у нас независимый модуль, в котором все подключено, да, и он там у нас называется, например, календарик.модуль. Да. Мы эту папочку можем вынести, например, в NPM-репозиторий отдельный и подключать его к нам разным нашим проектам. То есть, если у вас, например, есть линейка продуктов, состоящая из там 4 проектов, на которых календарики все, ну, time виджет, например, одинаковый, то просто подключается это в package.json. После NPM стало новым в Node модуле попадает, и вы это дело просто подключаете в app.js, там, то есть в app главный модуль, и у вас этот календарь доступен. Да? То есть еще один плюс такого подхода. Вот. Ну, опять же, еще, если вопросы есть, перебивайте, не стесняйтесь. Я тогда пока перекликаю на следующий. Naming convention. Ну, тут, в принципе, больше говорится об экшенах, да, то есть конкретно мы используем просто camel case для названия наших стейтов. Единственное, что мы стараемся называть их, ну, как бы, чтобы было логически понятно, к чему оно относится. А для экшенов есть хороший паттерн. Ну, во-первых, они должны быть большими буквами с нижним подчеркиванием. Это название самих экшенов. И такие чуваки, как Эрик Красмусон, предложил такую штуку, как вот если у вас есть action, то вы его называете
соответственно, компоненте, в которой оно лежит. То есть какая-то папочка, какая-то компонента, и там action type. Да? То есть, ну, очень удобно, когда мы дебагаем, сразу видно, что это за action, откуда он пришел. Тут есть, кстати, пример, как это мы реализовываем у себя. Да? То есть у нас есть экшены, вот они так выглядят. Какой-то get dashboard info success, какие-то еще результаты какие-то, видите, как это описано, да? App компонент dashboard, то есть где конкретно лежит этот action, в каком конкретно модуле, да? Вот. И, соответственно, в самом редюсере также через этот namespace мы к нему обращаемся, чтобы не дублировать код, да? То есть вот у нас сразу он есть. Если нужно поменять что-то, то в одном месте меняем, и оно везде applyется. Это касательно naming convention. Есть по этому вопросы? Ну, опять же, это не везде написано, но если поискать редакт без практики, то это, в принципе, будет, ну, удобно. По крайней мере, нам помогает. Дальше. Immutable JS, да? Ну, это сейчас такой крутой подход, где мы не должны напрямую менять объект, а мы должны возвращать новую версию, да, то есть immutable, неизменяемый. Таким образом, мы не избавляемся от сайд-эффектов, да, поскольку вы знаете, что в JavaScript объекты передаются по ссылкам, и можно получить много проблем с багами, если их менять, они потом будут везде меняться, ну, неприятная штука. Конкретно, как один из best practices для Redux Data, предлагается использовать immutable JS, такая штучка, по этой ссылочке от того же Фейсбука можно почитать про нее, они у себя ее юзают. В данном конкретном случае мы создаем state в виде immutable мапы, да, и когда мы хотим этот state менять, мы, вот на первых картинках, если вы помните, state мы меняли через плюс, то тут мы просто сетаем в state новое значение, то есть state error type, мы сетаем page error или model error, и вот эта конструкция state.set error type page error, она возвращает новый объект state, да, то есть она не меняет state, который, по сути, а создает новый, возвращает новый объект постоянно. То есть это важная штучка, если рекомендуется использовать эту штуку в приложениях. Ну, особенно для менеджера, для, ну, редюсера. Вот. Следующий, наверное, еще одна такая штука важная, которая взрывает мозг сразу и немедленно. Все сразу спрашивают, зачем, да? Для чего, ну, то есть, хендлинг асинхронных акшенов, да? В принципе, это просто для того, чтобы соответствовать философии редакса. То есть, не только просто, когда он клик, мы обрабатываем, мы тоже, по сути, асинхронные, мы там диспатчим какой-то ивент. А когда мы хотим, чтобы мы просто, ну, если нам нужно вытянуть какую-то данную с бэкэнда, мы это хотим сделать экшеном. Да? Для этого нам не обойтись без такой штуки, как Redux Sync. Вот сейчас я попробую на этой картинке со стрелочками объяснить. Просто эту презентацию делал изначально для своей команды, и конкретно вот этот скрин больше всего взорвал людям мозг, поэтому тут добавил стрелочек. И не знаю, насколько это поможет. Ну, то есть, смотрите, когда вы создаете Storm, ну, это пример просто уже не с ng-Redux, а просто с голым Redux, так сказать, да. У нас мы создаем Storm, ну, тут, соответственно, root reducer, в котором собраны все редюсеры приложения. И у нас есть также такая секция, как apply middleware, SANC, да, то есть, которая будет обрабатывать асинхронные колы. Мы это создали Storm таким образом. Теперь, смотрите, прикол. Если вам нужно где-то в приложении вытянуть, get что-то с бэкэнда, к примеру, да, то мы не просто не берем внутри нашей компоненты, не пишем просто fetch.zen, да, там, и сразу работает данную напрямую. Этот подход нам позволяет вынести всю работу с данными вообще отдельно в другую прослойку. То есть в данном случае мы просто, где нам нужно получить какие-то данные, мы просто говорим store dispatch, ну, в данном случае это вытянуть этот рецепт какого-то секретного соуса по имени, да? Что это конкретно за функция? Смотрите, то есть это функция action creator, так называемая в редакции. То есть она создает action, в нее автоматически, внутри в нее в замыкании еще есть функция, которая сразу передается редаксам уже диспатч, для того, чтобы диспатчнуть action, когда действие произойдет успешно или обломится, да, то есть смотрите, в данном случае у нас есть, соответственно, тут возвращается fetch secret source, просто запрос на backend, promise then, и там, соответственно, у нас есть или успешное действие, или ошибка. Ну, в случае успешного действия мы говорим dispatch, короче, все хорошо, если ошибка, то мы говорим
типа, сорян, бакан сосрался, да, ну, грубо говоря. И что это нам дает? Да, то есть, по сути, вот эти вот уже экшены про success и про ошибку, это уже идут простые функции. Да, то есть нам интересен этот подход для того, чтобы вынести вообще всю работу с бэкэндом в отдельный слой, в принципе, что мы делаем, и не загружать сами наши компоненты вообще никаким упоминанием о бэкэнде. То есть у Angular это ресурс, HTTP, да, мы с этим не работаем в компонентах, мы просто из компонента делаем action, типа dispatch, возьми мне данные. И после того, как данные будут успешно взяты, мы в этой компоненте просто говорим subscribe и сразу работаем с этими данными. Бро, вроде же сервисы используются для того, чтобы отделить работу с бэкэндом, нет? Ну, сервисы все равно нужно подключать, и там, когда пришло вот это, что типа, сервисы у тебя все равно будет, будут промисы, там все равно должен сделать Z, да, в компоненте в своей там, и работать. То есть, да, у нас это вынесено было раньше в ресурсы, мы в компоненте подключали наш так называемый ресурс-сервер, сервис, да, и там делался запрос, мы там просто делали Zen и вытаскивали данные. В данном случае мы этого не подключаем, мы просто делаем action, и это тоже делается в ресурсе, только уже мы не подключаем наши компоненты в ресурс. То есть это есть такой паттерн, вот на следующей страничке Бузерова, называется контейнер, data layer, да, то есть, соответственно, у нас есть, используется в реакторских приложухах, я, в принципе, там ее увидел, когда работал на проекте, там, где был React с Redux, да, то есть, есть контейнер, который просто, это как можно представить, это просто пустая дивка, в которую тегами наскладываются компоненты, которые должны показываться на пейдже, да, и в этом контейнере делается action, типа вытянуть все данные, ну то есть как бы кидается такой action, dispatch на fetch, да, и все. Дальше просто эти, мы видим просто компоненты. И в самих компонентах уже есть сабскрайберы, которые подписываются на эти изменения. Вот таким образом можно отделить работу вот, с данными в отдельный слой. И код становится более читабельным, потому что мы, в принципе, видим, у нас есть контейнер компонентов, который из кирпичиков складывается, по сути, наши какие-то фичи-элементы, которые юзер должен видеть на пейдже. И с этой контейнер компоненты просто делается запрос на получение каких-то данных, которые будут нужны этим компонентам. Это как такой подход. Если там есть у нас внутри компоненты, которые должны сами дергать данные, то так же самое мы используем этот же подход, вынося всю работу с бэкэндом в экшен и в их обработчике. Вот. Не знаю, я могу, в принципе, еще попробовать в коде показать, как это выглядит, потому что, не знаю, как это на словах воспринимается. Хоть чуть-чуть это понятно? Ну, то есть, Дим, смотри, я сразу скажу, что зачем можно этого не делать, да, то есть там в документации к Redux Sunku написано, если вы не знаете зачем или не понимаете зачем оно вам, или вам это возможно это вам вообще не нужно, да, но если там делать компонент, в который четко видно, что вот мы просто кинем запрос на вытяжку данных и подпишемся потом, когда это, когда данные будут готовы, ну, это прикольно и немножко разгружает код, ну, с моей точки зрения. Опять же, это не есть какое-то там супер настояние, где говорится, что ребята, юзайте везде Sunk. Вот. Ну, еще Sunk позволяет юзать, создавать action в виде функции. Да? То есть не просто объект передавать, а функцию, которая возвращает объект с action. Тут просто тоже один из паттернов, который используется в редакции. Можно просто диспатчить функцию вот таким вот образом, как вот тут я показывал. Вот так. Redux.dispatch и в объекте диспатчи, да? Видите разницу? То есть мы тут просто диспатчим объект с таймом и пейлодом. А можно диспатчить функцию, которая будет этот объект возвращать. Получается чище код от этого. Ну, в данном случае, вот в данном примере видно, что тут диспатчится функция. Ну, в данном случае она еще асинхронная. Для того, чтобы диспатчить функциями и обрабатывать асинхронные экшены, там юзается Redux Sunk. Вот. То есть, если вы не хотите юзать Redux Sunk или вам непонятно, зачем его юзать, то можно его и не юзать. Просто можно делать сервисом обычный fetch, zen, и в этом zen работать с данными. Да, Redux юзать только для того, чтобы, например, вот в таких случаях, сейчас,
когда нужно, когда мы из компонента строим аппликашку для того, чтобы пробрасывать, не пробрасывать бандингами, да, то есть это такое самое useful применение для Redux, или же для работы с эррорами, вместо того, чтобы писать, ну, использовать какой-то свой кастомный обсервер, да, там просто взять Redux, будет проще команда в это въезжать. Ну, еще, в принципе, если уже там просто полностью идти по философии Redux, то можно сюда прикрутить еще и конкретно санк, для того, чтобы все экшены упаковать в функции, да, то есть код будет чище становиться, и, соответственно, вынести всю работу с ретриванием или пушением данных в отдельный layer, который будет хендлить Redux, да, то есть мы просто будем диспатчить экшены, то есть на put или на get. Это все будет делаться в Redux, а компонента просто будет подписана, сабскрайбиться на success или на error. Такая идея в этой штуке. Ну, ну, попробую объяснить, если... Потому что эта штука реально тяжело заходит, санк. Может, и не зашла, поэтому. Ну, чтобы она зашла, нужно немножко попробовать, потому что она тоже не зашла изначально. Пока мы, в принципе, на каком-то примере в коде это не попробовали, не посмотрели, как она работает, так тяжело понять. Вот. Ну, не знаю, что у нас еще последний слайд. Есть про Redux DevTool. Да? То есть берется в Chrome, ставится такая небольшая приложуха, которая позволяет дебагать state, да, то есть мы ставим такую приложуху в самом, там, где мы создаем store, мы подключаем ее в таком образе, таким образом, типа, такой инструкции. Соответственно, конечно, для продакшена или не продакшена надо это, для продакшена это надо выключать, если там мы билдаем для продакшена, то этой штуки не должно быть. Вот. И, соответственно, когда вы клацаете по своему приложению, стоит меняется, то есть у вас в браузере есть такое окошечко, в котором сразу показывается, какой, как стоит поменялся и каким экшеном он поменялся. То есть очень удобно для дебагания этих экшенов. Вот. Ну и, в принципе, последний слайд, useful линки, которые, где можно почитать про Redux. Есть даже Redux Book. На основном GitHub аккаунте Дэна Брауна там насобирал 100-500 всяких видяшек, туториалов, мануалов, как его имплементировать для разных